Я вот очень хорошо помню свое первое знакомство с God of War. Это шел первый год видеомании. Мы что-то работали у меня в квартире, там, одной маленькой командой, это буквально из трех человек. И шла, на самом деле, сдача вот одного из номеров, вот, то ли мартовского, то ли апрельского. Я помню, мы сидим уже такие уставшие, кодируются последние ролики. И у меня тогда был такой еще маленький, чуть ли не 15-дюймовый телевизор ЛТ, к которому была подключена PlayStation 2, и вот там стояла стопка новых игр. И мы так, ну, что, посмотрим God of War. Forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. Никто тогда не ждал, что God of War это будет какое-то событие в жанре, новое слово и прочее. И я вот очень хорошо помню, мы сонные, уставшие, из последних сил кодируем последние ролики. Включаем God of War, и я понимаю, что просто посреди сдачи пропадает 4 часа, потому что это первая же сцена на короле из Гидры, она там выносит мозг. Ты не можешь поверить, что на PlayStation 2, которая в 2005 году уже подходила к концу своего жизненного цикла, что она может выдавать вообще такую картинку, такую графику, оставляя позади, в принципе, большинство игр были в две части «Принцев Персии», и тут вышел God of War, который, ну, просто вот так по щекам отхлестал принца, просто надрал ему задницу. Думаю, реально, очень необычная игра, не только в плане там механики, да, которая, ну, просто это был для слэшеров, в принципе, новое слово. Ну, собственно, позже там «Принц Персии», он всячески все заимствовал с God of War, то есть там в третьей части «Принцу» дали цепи, он тоже вроде как пытался кого-то раздирать на части. Его там сделали побрутальнее, но в целом это выглядело как такая дешевая китайская подделка под God of War, потому что, конечно, ни геймплей не соответствовал просто уровню уже заданному. Ну, то есть реально нормальный молодой человек, который играл в God of War, после этого в «Принц Персии», ну, просто не мог к нему прикоснуться. Это была игра, я вот очень хорошо помню, которую, ну, далеко не за один присест мы проходили. Ну, помимо геймплея прорывного, мне, конечно, больше всего привлекал Нир, потому что мифы Древней Греции, они никогда не были настолько потрясающе визуализированы, и никогда они не были настолько брутальными. Действительно, была очень жестокая игра, всех ты разрывал на части буквально. В God of War можно было играть в компании из 3-5 человек, просто передавая джойстик, потому что, да, в него очень интересно играть, но при этом и смотреть за тем безумием, которое происходит на экране, тоже всегда-всегда очень было интересно. Вторая часть — это вообще нонсенс, потому что она опять же вышла на PlayStation 2, но уже в 2007 году, то есть спустя 2 года, когда уже был Xbox, была PlayStation, и вот такой финальный залп по PS2, финальные блокбастеры, и в очередной раз совершенно непонятно, как на PS2 можно было достичь такой картинки, то есть они просто выжили все уже из системы, игра выглядела опять же даже для 2007 года очень достойно, и в нее действительно очень хотелось играть, просто потому что на экране творился, ну, просто адский беспредел. Практически с первых минут там битва с Колоссом Родосским гигантским, безумные полеты на грифонах. То есть игра просто срывала башни, при том, что уже на устаревшей платформе, да, просто за счет безумства своих же идей. И вторая — это была уже такой матерый блокбастер, сделанный по всем правилам, и уже они знали, что делают трилогию, поэтому она заканчивалась словами «The end begins», то есть конец начинается. Вторая часть оканчивается тем, что Кратос случайно убивает Афину, пытаясь отомстить Зевсу, который его предал. После этого все равно продолжает поход свой против Зевса и призывает на помощь титанов. Этот финал был намного круче, чем даже Finish the Fight в Halo 2. Это было супер пафосно, супер захватывающе. Конечно, все очень-очень-очень ждали God of War 3, чем же, собственно, закончится история. Destruction of Olympus!
С God of War 3 вообще очень интересная ситуация. Когда появились первые скрины и, в общем, изображения God of War 3, очень слабо можно было представить, зачем вообще в него играть. Потому что, на самом деле, визуально, по сравнению со второй частью, если вторую часть вот запустить в HD, то, на самом деле, разница, ну, много лет назад, когда только были первые скрины, казалась неочевидной. Движок не то чтобы настолько вот шагнул вперед. Разработчики говорили, что только одна модель Кратос, она ее невозможно было бы отрендерить в реальном времени на PlayStation 2, потому что все там сотни, тысячи полигонов ушли в его мышцы, которые чуть ли не когда он дерется, вздуваются. И прочее, в какие-то вот детали, которые на самом деле, даже сейчас, поиграв в игру, я понимаю, что они на самом деле незаметны. Но вот уже на последний E3 стало понятно, чем новый God of War будет кардинально отличаться от двух предыдущих. Это детализация и кишков, ну и прочей всякой плоти, там, отрываемых конечностей, голов. Я сразу понял, зачем им были нужны проработанные мышцы, ну, чтобы показывать крупным планом, как голова отрывается и как вытягивают глаз. Ну и плюс практически все в God of War 3 ушло в масштаб. Небывалый масштаб. Здешний движок, он, конечно, выдает такое, что в какой-то другой игре вообще тяжело себе представить. Мои слова, может, кого-то расстроят, но God of War 3 в жанре огромного прорыва не сделал. Самое главное, что он делает все то, что он делал раньше, но в 10-20 раз лучше. И в любом случае кладет на лопатки все предыдущие слэшеры вместе взятые. Но что самое главное, God of War стал лучше, чем предыдущие его части. Он вырос во всем. В первую очередь, наверное, в постановке. С самых первых кадров замечаю, что камера постоянно летает, меняет ракурсы, все что-то движется, падает, рушится, ломает. При этом всем Кратос умудряется такие неимоверные кульбиты выкручивать со своим оружием, что дух захватывает. Первый эпизод в игре, он просто смотрится неимоверно настолько, что мне пришлось два раза пройти игру, чтобы понять, что вообще происходило и насколько это было все круто. Для тех, кто не знает, о чем вообще была серия God of War, достаточно только знать одно. В первой части серии God of War рассказывается о том, за что, собственно, не взлюбил Кратос богов и по какой причине их всех уничтожает. По-другому, как уничтожением, это не назвать, потому что каждый бог в третьей части, который встречается, будь то бог, будь то чемпион какой-то, он с ним расправляется настолько жестоким образом, который, наверное, вообразить ни один человек не мог. Даже смотрев демонстрации на E3, когда кентавру вспарывали желудок и все кишки наружу вываливались, мы понимали, что God of War будет очень жестокий. Но мы даже не подозревали, насколько это будет все-таки. Больше всего в God of War подкупает по-прежнему сам герой Кратос. Герой действительно не похожий ни на одного другого героя компьютерной игры. Потому что по факту, да, он классический, стандартный, брутальный мужик, который шлет всех налево и направо и мочит всех налево и направо. Но есть одно но. Он единственный в истории компьютерных игр действительно брутальный, жестокий мужик. Потому что мы привыкли видеть, да, там, в других играх, типа того же там Darksiders, Всадник Апокалипсиса на серьезных щах. Но он вообще пусси. Его все дурят, он как лох вообще ходит, только говорит пафосным голосом, реально жестокого ничего не делает. От жестокости Кратоса ты реально охреневаешь, тебе неуютно. Ты не можешь симпатизировать этому герою, он тебя шокирует своей жестокостью и дуболомностью. Первый же, да, там, бог, который просит его там о помощи, сидит, умирает в кресле, там, плетенный растениями. Ну, Кратос его просто поджигает, чтобы забрать у него лук. Действительно, что ему мучиться, там, что-то слушать, там, сопляка какого-то там урода. Ему же лук нужен. Если женщина просит Кратоса о помощи, она, конечно же, обязательно с обнаженной грудью и пятым размером. Кратос как бы это не волнует, он все равно ее будет швырять за шкирку, там, пинать, бить по щам. В общем, эта игра, она определенно не для детей, она такая вот для окрепших умов. Прошу тебя,
На самом деле, большинство там обитателей мира God of War, они не вызывают никакой симпатии. Даже если они его просят о помощи, они все равно редкостные уроды. Поэтому, в принципе, когда он как-то кого-то там убивает невинного или сворачивает шею ему, ну, в принципе, их не очень-то жалко. Но ты больше всего, на самом деле, поражаешься вот с какой беспринципностью, брутальностью вот со всеми разделываться. Но, с другой стороны, в общем, Кратос, он не поступает хорошо, там, не поступает плохо. Вот у него есть цель, он идет к ней, и любой, кто там чуть-чуть ему мешает, там, типа женщины, которая читает ему морали, он там тут же ей сворачивает шею. Ну, что, она его меня задерживает? Что? Я как бы буду тратить на время, Зевс ждет. Зевсу надо кишки вспороть. Тут какая-то женщина мне что-то какие-то нотации читает. Конечно, я ей шею сверну. И, конечно, вот это ты не привык видеть в играх абсолютно ни в одной другой. Еще, конечно, очень подкупает именно смысловая брутальность. То есть не то, что ты там, он кому-то ноги оторвал, да, там, еще что-то, а какой в этом заложен смысл. Например, Кратос там в какой-то момент отрывает голову Гелиосу. Казалось бы, ну, оторвал голову. Ну, показали это во всех подробностях. Но он отрывает ее, чтобы использовать в качестве фонарика. То есть он таскается с ней всю игру и светит в подземельях. Вот это брутальность. Вот это уже такая смысловая брутальность, очень сильная. Гермес, который очень быстро бегает. Но раз он быстро бегает, значит, конечно же, ему нужно оторвать ноги. Но чтобы ему было особенно больно, надо оторвать сначала одну, и когда он уже будет умолять о пощаде, оторвать вторую. Вот в этом весь God of War. Боги — это не единственное, над кем так сильно издевается Кратос. Он умудряется отрывать головы цепями Цербером, он вспарывает живот кентавром, вырывает глаза у циклопов. И это все происходит еще во всеобщем месиве более мелких врагов, которых тоже он беспроблемно пополам разрывает, отрывает головы и просто швыряет об стены. Это мы все, в принципе, видели в той или иной мере в предыдущих God of War, но здесь также есть и новые элементы. Например, слабых врагов можно просто схватить и в качестве тарана отбиваться от мелких и больших врагов. Формула God of War, она, в принципе, по-прежнему работает. У тебя есть враг, его можно разодрать в среднем тремя разными способами. Схватив врага, ты можешь сделать несколько фаталити, можешь подпрыгнуть в воздух, подтянуть его. И вот по-прежнему самое классное в боевой системе — это то, что практически все удары, они выполняются из самых разных положений, и ты, раскачавшись в определенных направлениях, можешь просто вытворять на поле боя такое, что, ну, все удары, конечно, фантастически красивы, да, сделаны в God of War 3. Просто сам смотришь, ой, может быть, это я делаю, как это все фантастически красиво выглядит. Монстры крупнее, они, конечно же, всегда сначала ты их бьешь, потом нужно сделать добивание на QTE, завязанное на quicktime ивентах. Несмотря на то, что после Heavy Rain, конечно, хочется более интерактивных QTE, все равно по-прежнему захватывает. То есть, и они очень стремительные, быстрые. Кратос, конечно, вытворяет обалденные вещи. Битвы сделаны не просто так, они очень сложные местами и, в принципе, интересные, потому что тебе реально выдают подчас такие комбинации врагов, когда ты понимаешь, что тебе обязательно надо оседлать, например, Цербера, покрошить других, иначе тебе не выжить. Или когда тебе реально нужно по ходу очень быстро переключать оружие, для каких-то врагов подойдут обычные ножи, да, кратовские, а каких-то надо обязательно перчатками Гералта бить, иначе, конечно, сразу проиграешь. То есть ситуаций вот разнообразных очень много. И вот это они еще дополнили обалденным количеством уникальных геймплейных ситуаций, так из разряда на один раз. То есть игра постоянно вот подкидывает, что ты не ожидаешь. Например, при битве с Гелиосом он в какой-то момент начинает в тебя светить лучом, и тебе надо, просто управляя рукой Кратоса, прикрываться от света, пока он подходит к нему. С
стандартная классическая программа God of War в God of War 3 отработана на ура. Плюс головоломки по-прежнему очень интересны. Их интересно разгадывать, интересно там вращать какие-то монументальные сооружения. Что касается головоломок в игре, разработчики пошли той же самой дорогой, что и все остальные разработчики слэшеров. Они решили взять идеи других игр. А в God of War, как и в Darksiders, например, есть элементы игры Portal. Коротенькие, маленькие и ненавязчивые. Но также они сделали пару пазлов на основе игры Echo Chrome. То есть, если вы поворачиваете камеру и складывается в какой-то перспективе у вас одна лестница с другой, то вы по ней можете пройти спокойно, как будто они действительно соединены. Загадки становятся совершенно монструозные, когда Кратос попадает в огромную пещеру, где появляется куб, который состоит из более мелких кубиков. И он попадает в один из них и перемещается вот так вот по этому всему безобразию от одного маленького кубика к другому. Что очень похоже на то, что было показано в фильме с одноименным названием «Куб». Есть такая загадка в God of War, я бы ее назвал God of Music. В определенный момент вы доходите до музыкального инструмента, совершенно огромного, на котором всего 4 кнопки по цвету и расположению крестика, кружочка, треугольника и квадратика на геймпаде PlayStation. Как и в Guitar Hero, вам в определенный момент нужно нажать соответствующую кнопку. Это вроде бы просто, неинтересно, но почему-то завораживает, когда это все применимо к Кратосу. Может быть, даже чуть-чуть смешно. Но, в принципе, это нисколько не выбивается из игры, и все объясняется довольно логично. Честно, я вот просто уже устал офигевать от того, что в последние месяцы происходит на PlayStation. Сначала Uncharted, потом Heavy Rain, Final Fantasy, вот теперь еще такой God of War. Я просто устал уже эмоции какие-то сверх получать, и поэтому за God of War садился так вот с некоторой линцой, но реально на 20-й минуте я уже сдался, потому что сцена убийства Посейдона — это, наверное, одна из самых жестоких и гениальных сцен, которые я вообще видел в играх. God of War не был бы тем самым God of War, если бы в нем не было эпичных битв с боссами. А здесь они, как говорится, раза в три эпичнее, чем в предыдущих частях. Та же битва с Посейдоном, с самым первым богом, которого придется уничтожить Кратосу, она не столько сложная, сколько красиво поставлена, когда камера постоянно меняется, когда ты калашматишь то одну краба-лошадь, то другую. И когда в итоге все это заканчивается тем, что Кратос на огромной скорости выбивает из огромного водяного Посейдона оригинального, который поменьше размером с Кратоса. Именно на сцене с Посейдоном ты понимаешь, что жестокость может быть креативной. То есть, когда камера вдруг перемещается на вид из глаз Посейдона, реально Кратос его просто избивает, тот пытается там улезть, там вот за ноги тянут, куда ты собрался? И в этот момент появляется, типа, нажмите R3 и L3. И ты еще так думаешь, что такое L3 и R3? Потому что их редко приходится нажимать, так смотришь на джойстик и такой действительно вспоминаешь, это стики, они выглядят кругло, как глаза, и ты вот на них нажимаешь, и в этот момент Кратос просто выдавливает глаза Посейдону. На этом моменте я играл ночью, я просто помню, как я заржал вот на всю квартиру, просто буквально захрюкал от радости. В общем, это очень редкие брутальные эмоции, и на самом деле это было только начало игры. И тут же следом, да, там Кратос сбрасывает Посейдона с горы, он просто падает в воду и разливается там в море, просто затапливая города и горы. И ты понимаешь, что это движок слэшера. Слэшер такого масштаба я вот себе просто не представлял. Я до сих пор до конца даже не понимаю, зачем. Можно было это роликами какими-то CGI-ными там сделать эти сцены. Нет. Весь движок God of War, в нем просто огромная ставка сделана на арт.
и окружение. Постоянно какая-то гигантомандия, масштаб. Гигантомандия, собственно, раньше была в God of War. В этой части к этому еще прибавилось вот техническое совершенство, которое вот очень-очень-очень сильно переплетено с артом. То есть то, что раньше мы могли видеть на артах, да, к играм, там, красивые какие-то пейзажи и не получали их, да, в игре. Здесь арты не нужны. Есть вот сама игра, которая просто выглядит как картинка. При том, что, да, там, в графике, там, по персонажам God of War, там, далеко до Uncharted и прочего, но здесь все в другое ушло. Все ушло в масштаб, потому что постоянно сражаешься с каким-то нереальным количеством врагов, которые просто по-разному разлетаются на части. Ты рвешь их 10-20 способами, и все еще это не тормозит. Не понимаешь, как вообще такая картинка может при текущих, да, идти на 60 FPS. Производит нереальное впечатление. От тебя только мокрое место останется. Что касается самих боев, они тоже поставлены достаточно хорошо. Даже когда происходит обычная битва, камера ищет нужные ракурсы, которые показывают всю битву еще зрелищнее, чем это было в предыдущих частях. И плюс это все еще приправлено совершенно великолепными спецэффектами, которые, опять же, заставляют челюсть падать куда-то на пол. В определенный момент, когда после обычной битвы я увидел, что Кратос весь в крови, и эта кровь моментом не исчезает с него, меня охватило такое вот желание идти убивать дальше. Что-то вроде рейдж-мода, который Кратос периодически включает и месит клинком Олимпа. Геймплей — это традиционно одно из самых важных достоинств God of War. Все-таки эта игра, она не про смотрение роликов, да, и захватывающие сцены, а про участие в них и постоянные битвы с головокружительными маханиями цепями, ударами, гигантскими перчатками Геркулеса и прочими развлечениями. То есть это слэшер, причем очень-очень хороший, причем с довольно-таки понятной механикой. И в плане геймплея здесь, конечно, одно из главных достоинств игры, и в то же время единственный ее недостаток. Причина, в общем-то, простая. God of War 3 по-прежнему очень крутой слэшер с очень крутой механикой, но проблема в том, что он никак не изменился. Да, там новые способности, новое оружие, там плюс-минус, но глобально ощущается он стопроцентно как первая и вторая часть. Для меня это разочарование, потому что если мы посмотрим на Uncharted 2, на Heavy Rain, на Final Fantasy 13, то во всех вот в своих жанрах эти игры сделали гигантский шаг вперед и именно вот в плане геймплея. То есть как они управляются, что происходит на экране, как игрок взаимодействует с миром. God of War, к сожалению, воспринимается как игра с PlayStation 2, со всеми вот косяками, которые всегда были в God of War. Причем большую часть игры это, в принципе, не сильно заметно, но вот ближе к финалу God of War меня начал реально раздражать. Потому что вот эта механика древняя по-прежнему в большей части геймплейного времени работает, но последняя треть игры просто не вылизана. Постоянные какие-то недопрыги, непонятно куда бежать. Начинаются битвы, где ты там реально делаешь одно неверное движение, умираешь и начинаешь драться там за 10 минут до этого. Начинается реально очень плохой геймдизайн. Я, конечно, понимаю, там, Devil May Cry для многих разработчиков, он вот такой эталон-жанр, да, и то мясо, которое происходит там ближе к финалу, да, оно считается хорошим, да, в жанре, но это, на самом деле, мне кажется, не так. Я, на самом деле, очень люблю хардкор, но я люблю умный хардкор. God of War, к сожалению, из-за того, что он не сделал шаг вперед в плане управления, в плане механики, он реально кондовенький, он начинает очень сильно бесить. Например, там есть уровень такой в духе Prey, где ты находишься внутри куба и постоянно переворачиваются там потолки и прочее. Но при этом начинают там вылезать шипы, ты при этом еще должен постоянно драться с врагами. Так вот, в большинстве ударов Кратоса ты всегда подлетаешь в воздух и разбрасываешь там врагов. Но, к сожалению, очень много моментов, где Кратос вот он делает какой-то удар, и если ты нажмешь в этот момент по воздуху переместиться, захочешь куда-то в какую-то другую область, ты не можешь этого сделать, просто потому что он еще продолжает анимацию удара. И он после этой анимации, естественно, берет и падает на шипы и умирает. И тебе приходится отбрасываться на 10 минут назад. На этом моменте игру просто хочется бросить. Это фактически одно неверное движение, и из-за кондового реального управления и кондовой механики получается, что ты уже даже не столько удовольствия получаешь, сколько просто материшься. При этом на экране происходит там реально великолепная сцена, битва с гигантским титаном, которую ты кромсаешь его по кусочкам, все, величественная камера летает и прочее, но в какой-то момент ты оказываешься на его руке, и он вот начинает так себя бить по руке. Логично, что когда он там схватился, ударил рукой, тебе надо на нее запрыгнуть. Я реально минут 10 пытался это сделать, когда наконец-то понял, что
то надо пытаться не двойным прыжком на эту руку запрыгнуть, а там есть место, вот такая маленькая прослойка, по которой можно вот как по веткам традиционно в God of War залезть. Ты не ждешь в игре такого уровня таких ошибок. Конечно, это все прощаешь, продолжаешь играть, потому что на экране действительно творится беспредел, но впечатление от игры это капитально портит. Вылежи Santa Monica Studios в финальную треть игры, это была бы десятка твердая, даже за счет того, что в игре старая механика. Но вот просто за счет того, что недодуманы и недовылезаны некоторые моменты, портит впечатление. Убийца Гей явился ко мне? Трон! Я знаю, что это ты убил ее, спартанец. Кто же еще? Из-за тебя я живу в мучениях. Когда ты забрал ящик из храма Пандоры, Зевса обуял страх. Он бросил меня в бездну Тартара. Боги повелели мне убить Ареса. Ты убил Ареса, потому что ты желал мести. Но на этот раз кара пойдет на твою голову, спартанец. На самом деле обидно, потому что многие недостатки, даже вот этой старой боевой системы, их можно было бы сгладить, поднатыкая в разработчике побольше чекпоинтов. Ну, не получилось у тебя вот какой-то мелкий момент, ну, не надо отбрасывать настолько, да, там можно сделать при битвах с боссами по несколько чекпоинтов. Потому что отвратительный босс ближе к концу игры — это такой скорпион огромный, которого надо бить просто там по ногам постоянно Кратос промахивается из-за того, что базовая механика кондовая, вот как от PS2. И при том, что там действительно офигительная фаталити с гигантской выдумкой. Пока ты его пройдешь, у тебя скорее раздражение будет, чем ты получишь удовольствие. Что можно играть на изи, но изи на самом деле влияет только на слабость врагов. А он не влияет на недопрыги, вот эти вот промахи. Именно-то они больше всего раздражают. Но при этом битвы с боссами — это одна из самых вообще сильных сторон игры, потому что такого безумия и фантазии, как здесь, вы, конечно, нигде не увидите. Битвы с боссами просто шедевральные, несмотря на то, что некоторые, особенно ближе к концу игры, реально начинают раздражать. God of War не сделал какого-то огромного прорыва в жанре слэшер. Но это все равно самый лучший слэшер на данный момент. Потому что там есть все, что только душе угодно. И изобретательная брутальность, и интересная боевая система. И, конечно же, уровень постановки возрос в несколько раз. Потому что все происходит настолько кинематографично, интересно и зрелищно, что всегда хочется пересматривать и, может быть, даже переигрывать игру, там, может быть, на более сложных уровнях сложности. И за все за это можно поставить не меньше, чем 9,5 баллов. Просто потому, что лучше слэшера придумать не смог никто. Ну, в общем и целом, God of War обязательно все-таки must-have. Это игра просто редкого уровня. Но вот мое персональное разочарование в том, что это все-таки не уровень Uncharted, Heavy Rain и Final Fantasy. Потому что игра не предлагает новых эмоций в плане геймплея, в плане управления, в плане ощущения. Потому что это не игра будущего, грубо говоря, это игра настоящего. Это очень обидно, потому что от Sony мы в последнее время привыкли именно видеть инновации, новый уровень во всем. А здесь получилось, что шикарно, гениально отработанная старая программа, ну, там, с некоторыми, да, недочетами. Главным образом за счет того, что она старая. Раздражает то, что ничего нового глобально в God of War нету. Но то, как это выполнено, сделано, это заслуживает внимания, ну, любого игрока старше 18 лет.
Моя оценка 8,5, исключительно из-за того, что финал реально подгаживает. А так, это, конечно, игра на 9, кто-то на 9,5.